Тема сегодняшней лекции, или скорее беседы, что мы знаем о перестройке, белорусские историки о событиях 85-91 года. Ну, вы знаете, что недавно там была очередная годовщина перестройки, и это такой очень интересный период. Я его сам помню, хотя был, в общем-то, ну, в то время я учился в школе, доучивался, да, и как раз вот застал это время. Очень интересно, оно очень многое поменяло в, скажем так, судьбах многих людей. И сегодня как раз я попытаюсь рассказать о том, как историки, именно историки, да, не вот просто люди с улицы, да, и там представители других дисциплин, а именно как историки описывают эту эпоху перестройки. Именно белорусские историки. И я хочу сказать, что почему вообще вот эта тема мной была избрана, выбрана, потому что я как бы начал, ну, для себя решил заниматься перестройкой, и меня интересует то, как перестройка, как общество описывалось в эпоху перестройки в публичном дискурсе, то есть в советских СМИ и так далее. Ну, исходя из этого, я заинтересовался тем, что мы называем интеллектуальной историей перестройки. То есть тем, в каких категориях тогда мы о них говорили, в каких категориях говорим сегодня. Ну и, соответственно, исходя из этого, я решил исследовать, что пишут белорусские историки о перестройке. Ну, что это были, вот, что это за работы? Во-первых, надо сказать, что до сих пор нет никаких отдельных изданий, посвященных перестройке, никаких монографий нет. Ответ на этот вопрос, почему их нет, он, ну, может быть легкий, а может быть сложный. Ну, какую я себе версию, так сказать, придумал, вообразил, это то, что, возможно, в какой-то степени мы еще не совсем дистанцированы от того времени, да, и поэтому некоторые историки любят заглядывать в более дальние периоды, да, и считают, что, может быть, вот когда еще не устоялось, да, какой-то период не устоялся, еще что-то недоступно, какие-то материалы, или там еще какие-то приключения с ними происходят, поэтому лучше это не трогать. Ну, второе соображение, почему белорусские историки занимаются этим периодом, потому что он политически нагружен очень сильно, и, естественно, он связан с современностью. Этот период очень много определил дальнейшую историю Белоруссии, и поэтому, может быть, не хотят как бы говорить о времени, потому что это одновременно порождает очень много политических споров, конфликтов и так далее. Ну и вот, собственно, вся моя версия. Да? Возможно, у кого-то есть еще какие-то объяснения того, почему белорусские историки этим не занимаются. Тем не менее, что в качестве эмпирической базы для исследования я взял? У нас есть порядка 4 книг, так называемые обобщающие труды, но я их называю. Это издание Института истории. Института истории Национальной академии наук Беларуси. И хронологически, если вот говорить об этих изданиях, одно из первых изданий, когда вот я учился уже на историческом факультете БГУ, появилось в 94-95 году «Нарысы истории Беларуси» в двух частках. Возможно, вы знаете, это в свое время была очень популярная книга, потому что после вот этих вот всех событий, включая распад Советского Союза, никто не знал, как надо рассказывать историю и как теперь ее рассказывать, и одновременно выпустили «Нарысы. История Беларуси». Причем многие авторы этих «Нарысов», они немножко еще из той эпохи, как вы понимаете, да, то есть из той советской эпохи. И это первое издание. Дальше издание, о которых я буду говорить, в 2008 году появился «Нарыс. История белорусской державности», однотомный такой, да. Потом появилось с 2000 по 2011 год издавали «Историю Беларуси», шеститомник, да, вы тоже с этим, конечно, все сталкивались. Шестой том, один из разделов посвящен непосредственно истории перестройки. И в 2012 выпустили двухтомник «История белорусской державности». Там вот как раз второй том, там тоже рассказывается о перестройке, как один из разделов, да, посвящен этим событиям. Это вот 4 больших издания непосредственно Института истории. Но кроме этих изданий, подумал, что еще можно посмотреть. И я решил посмотреть учебные издания, которые ориентированы на высшую школу. Ну или, по крайней мере, они так позиционируются.
И они выглядят как научные издания, естественно, потому что, во-первых, степень есть у автора, во-вторых, они часто легитимированы учеными советами вузов, то есть они имеют статус научных изданий. В общей сложности я прочитал порядка 25 изданий для того, чтобы увидеть, как в общем-то, об этом всем, о перестройке рассказывается. Что самое любопытное, понятно, что там встречаются одинаковые даты, одинаковые фамилии. В паре случаев я заподозрил, что, по-моему, даже, кажется, списывали друг у друга. Вот. Но я решил, в общем-то, закрыть на это глаза, мне так, по крайней мере, показалось. Еще один такой момент, что я хотел сказать, что еще интересного, там есть одни и те же высказывания, то есть не даты, допустим, да, и как бы перечисление каких-то имен, а одни и те же высказывания, но эти высказывания в разных книгах в конечном итоге складываются в разную картину. То есть я вижу, как, в общем, эти высказывания в одной книжке они ведут к чему-то одному, в другой книжке они ведут к чему-то другому и так далее. И я задал себе вопрос, как вот это все объяснить, как попытаться структурировать вот это все, что я узнал. Плюс еще один такой интересный момент. Я, наверное, вот написал, что мы знаем о перестройке, и вы, возможно, ждете, что я сегодня скажу, чего мы не знаем. Но я, наверное, как бы вряд ли... прям вот отвечу на этот вопрос по той простой причине, что, ну, вы знаете, вот однажды мне рассказывали, как в Институте истории, я не знаю, правда это или нет, Академии наук, делаются обобщающие труды, ставится задача закрыть тему, то есть написать такую книгу, которая сразу все объяснит. Ну, как вы понимаете, на самом деле это невозможно, и как раз то, о чем я буду говорить, это одна из интерпретаций перестройки тоже, да, то есть в конце я попытаюсь сказать, как можно, может быть, немножко иначе на это время смотреть. Теперь возвращаемся вот к этим изданиям, которые я проанализировал. Ну, начнем мы с определения перестройки, оно достаточно простое. Энциклопедия «История и культура Беларуси», том 5. Я вам напоминаю, что там написано. Перестройка – это термин, который вошел в широкий ужиток в середине 80-х, обозначал курс на реформирование социально-экономичной и политической системы СССР. Подшата Беробудова по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева и его ближайших поплечников, ну то есть уже обозначаются, так сказать, да, инициаторы. Основным сместом Беробудова являлись демократизация громадского життя, радикальная экономичная реформа, якие значили отбестрование материалов Студенского и Червенского пленума ЦК КПСС, 19-й всесоюзной партийной конференции. Ну и вынику початок перебудовых процессов разом с пылными зрухами у демократизации громадства отбылось обострение кризиса у многих сферах життя, возникли военные конфликты, распалась система крайней социалистической содружности, перестал основать Советский Союз, былые союзные республики стали суверенными, тем лику БССР стала республикой Беларуси, большинство творила содружность независимых держав. Ну, я хочу сказать, что даже в этом определении есть одна некоторая проблема, которая потом прослеживается везде. Ну, я прямо не скажу, что вот это определение ее иллюстрирует, но давайте внимательно посмотрим. Есть такое понятие нарративной структуры, да? Когда мы берем события, начинаем их перечислять, и уже то, как мы их перечисляем, задает определенную логику понимания. И в конечном итоге, если посмотреть на это определение, что мы видим? Что вот основной смысл перестройки был в конечном итоге в том, что вот Советский Союз развалился там, да, как бы Беларусь стала независимой и так далее. И вот эта вот нарративная структура, а все историки пишут именно нарратив. Я пишу, вы пишете. И вот эта нарративная структура, мы сейчас с вами будем смотреть, как она будет задавать определенную логику построения материала. Дальше я попытался подумать, как вот все разные элементы, все вот эти высказывания о перестройке, которые увидел в этих 25 изданиях, как их можно структурировать. И я подумал, что, ну вы знаете, есть одно высказывание, а когда есть цепь некоторых высказываний с определенным смыслом, мы часто используем понятие дискурса, да? То есть, ну, какая-то определенная перспектива взгляда на что-то, да? То есть мы имеем, например, как бы, я не знаю, дискурс коммунизма, да, коммунистический дискурс, когда там мы понимаем, о чем идет речь, то есть мы говорим о коммунизме, о марксизме, обо всем остальном, и я попытался выделить те дискурсы, те вот цепочки высказываний, при помощи которых оформляется историческая репрезентация перестройки. То есть в каждом из изданий представлен какой-то нарратив, какой-то рассказ. И на этот нарратив, на этот рассказ повлияли дискурсы, о которых я буду сейчас говорить.
То есть вот определенные точки зрения на события. Какие дискурсы я выделил? Ну, во-первых, будем так вот медленно рассуждать, я думаю, что вреда от этого не будет. Я выделил порядка 6 дискурсов, то есть порядка 6 вот таких вот, скажем так, высказываний, серии высказываний, каждая из которых имеет определенный смысл. Первый – это перестроечный дискурс, потом дискурс формационного подхода или советской марксистской историографии, дискурс национального возрождения, дискурс коммунистической травмы. Сейчас я о каждом об этом скажу, и как бы все будет понятно. Дискурс травмы от расставания с коммунизмом. Ну, разница понятна. Вначале мы рассуждаем о том, что мы пострадали от коммунизма, а потом мы рассуждаем о том, что мы пострадали от того, что коммунизм закончился. Да? Это как бы тоже очень важно. Ну и шестой тоже знаменитый дискурс – идеология белорусской государственности. Значит, начнем мы с первого, с перестроечного дискурса. Здесь мы должны еще обратиться к такой вещи, как история понятий. И, ну, если мы занимаемся интеллектуальной историей, анализируем вот эти высказывания, то для историков, которые занимаются историей понятий, очень важна следующая идея. Язык исследователя должен отличаться от языка источника. Иначе говоря, если историк занимается перестройкой и начинает ее описывать, он должен описывать ее не в тех терминах, в которых она сама о себе заявляла и в которых о ней говорили в 85-91 году. Ну, понятно, о чем я говорю, да? То есть, допустим, тогда использовали там термин перестройка, гласность, ускорение, вкладывали определенные смыслы. Если мы спустя там 20 лет пытаемся интерпретировать то, что происходило, с одной стороны, мы должны обнаружить вот эти смыслы опять, ну, то есть посмотреть, что в них вкладывалось, да, в слово перестройка там в 87-м году или 88-м, слово гласность и так далее, и одновременно попытаться сегодня понять, как это можно иначе интерпретировать. Что же такое перестроечный дискурс? Оказывается, вот как я прочитал вот эти 25 изданий, я понял следующее, что некоторые историки до сих пор используют некоторую терминологию, появившуюся в эпоху перестройки, причем совершенно не обращая внимания на контекст ее употребления. Какие примеры я могу привести такой терминологии? Одно из типичных выражений – слово «застой». Ну вот, вы знаете, что это метафора застоя, появившаяся в эпоху перестройки, при помощи которой описывалась предперестроечная ситуация. Она стала настолько излюблена, нашла в школьные учебники, и тогда в результате, когда мы спрашиваем о том, что происходило перед перестройкой, все говорят, ну застой был, да, и всем все понятно. И эта метафора, она очень распространена, одновременно как еще одна метафора, командно-административная система. Так называли экономику Советского Союза и то, что происходило в Советском Союзе. Метафора тоже появилась в эпоху перестройки. Ее и тогда уже, она в мем превратилась, как сейчас говорят. И до сих пор ее активно используют, мало контекстуализируют. Как раз вот одна из основных проблем, очень серьезных. Мы говорим об эпохе перестройки, используем те же термины. И причем часто не думаем о том, в каком контексте они использовались. И правильно ли эти термины описывали, допустим, ту реальность, которая там была. Ну и я вам хочу привести пример вот высказывания, которые относятся к перестроечному дискурсу. Этих высказываний очень много я насобирал, да. Ну просто вот как пример, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вот, например, типичный перестроечный дискурс. Нарасы, история Беларуси, 1994-1995 год. Там пишется, почему перестройка проблема будет. Главное препятствие для преобразования, созданное в годы диктаторского режима, командно-административная система, которая была оплотом консервативных сил. Мы видим тут, по крайней мере, целую кучу так называемых, ну, метафор, стереотипов фактически, при помощи которых пытались объяснять историческую реальность и уже задавали определенные смыслы, да, особо, ну, вот диктаторский режим, да, то есть таким образом мы все сказали о советском режиме, да, командно-административная система, все сказали об экономике сразу, оплот консервативных сил, все сказали о тех, кто в то время, так сказать, был против перестройки, допустим, да. Понятно, что за всем этим стоит гораздо больше, чем описывают эти термины, да. И вот это пример того, как терминология, появившаяся в 85-91 году, до сих пор оказывает влияние. Я ко всем цитатам привел, ну, даты, да, когда они звучали, вы сейчас увидите, как, в общем-то, это развивается и происходит. Потом еще один пример. Смотрите, книжка 2001 года, Чигринов. На рубеже 70-х и 80-х годов СССР оказался в сложном социально-экономическом политическом положении.
Причины этого крылись в некомпетентности высшего политического руководства, в догматической абсолютизации теоретических установок, в обезличивании средств производства, в сверхцентрализованном планировании, в непосредственности осуществления принимавшихся решений. А дальше фраза, как будто вот ее из советского контекста изъяли годов 70-х. Тяжелым бременем лежала на трудящихся непомерная милитаризация народного хозяйства. Советское государство все более отставало от передовых стран мира в научно-технологическом плане, в повышении производительности труда и так далее. Я хочу сказать, что когда мы используем такие цитаты, вы видите, 2001 год, уже что-то должно было поменяться. Но ряд историков используют тот советский язык, да, к какому они привыкли, допустим, еще там 70-80-е годы, и при помощи этого советского неотрефлексированного языка описывают реальность. Соответственно, они фактически воспроизводят, ну, прежние смыслы, да, не принося ничего нового и не анализируя то, что происходило. Когда у социолога Пьера Бурдье спросили, почему он так сложно пишет, он сказал, потому что, ну, я изобретаю новые слова, чтобы избавиться от старых смыслов, старых терминов, да? И здесь речь идет о том же. Если мы сегодня хотим понять, что такое была перестройка, мы прежде всего должны закавычивать старый советский язык. Понимаете, о чем я говорю? Но если вы, например, почитаете вот эти многочисленные описания перестройки, то во многих местах мы не увидим этих кавычек. То есть, например, в книжке 89-88 года пишется: «Начался новый этап в развитии советского государства». Мы перемещаемся в 2000-е, в конец там, первого десятилетия, мы читаем: «Начался новый этап в развитии советского государства». То есть такое ощущение, как будто вот этот язык, как и смысл, переносится из 80-х в 2000-е и опять задает нам перспективу взгляда. И мы оказываемся как бы в перестройке, у нас начался новый этап развития советского общества, какой смысл мы в этом вкладываем. Это вот первый перестроечный дискурс, я бы хотел еще раз подвести, ну как бы описать его, это когда перестройка до сих пор описывается при помощи тех понятий, которые тогда появились, причем эти понятия никак не контекстуализированы. Они просто описываются, например, там была гласность, было ускорение, было реформирование, там, демократизация. А что такое, как тогда понимали демократизацию, как тогда понимали гласность? Какой смысл вкладывали в понятие ускорения? Почему именно эти термины появились? Вот что надо делать для того, чтобы сегодня, ну, немножко избавиться от этого советского языка. Надо попытаться контекстуализировать вот эту прежнюю терминологию. Следующий дискурс, при помощи которого описывают перестройку, это дискурс формационного подхода советской марксистской историографии. Ну, вы помните, что в то время существовало формационный подход, вы помните, были формации, был классовый подход и так далее. И вот, например, 2011 год, история Беларуси, том 6, опять пытается автор осмысливать неудачу перестройки, и он пишет: реформирование, да? Меж тем, головной причиной неудачи формирования з'являлась ранейшая деформация вытворчих относин, отчуженность працовных от уластности, психологию уравняльности, отсутствие рыночной оценки выников працы, захование затратного механизма господарения, экономичные и политичные факторы знешнего удения. Здесь мы видим, что, вы помните, классическая схема формационного подхода. Почему происходят там общественные изменения, говорили марксистские историки? Потому что есть конфликт между вытворчими силами и производительными силами и производственными отношениями. И мы видим, что перестройка до сих пор описывается в 2011 году в рамках марксистского формационного подхода. То есть попытка понять, что происходило в Советском Союзе, описывается при помощи концепции советской историографии же, которая уже давно, скажем так, подверглась критике. Мы сегодня не можем применять этот ортодоксальный советский марксизм для описания социальной реальности. Мы должны его также контекстуализировать. То есть почему, например, сегодня историки берут советский формационный подход и описывают перестройку при помощи этого формационного подхода? Это, ну, как бы такой вопрос у меня возникает, да? Если можно немножко иначе, да, на это все посмотреть. И вот такие приметы вот этого формационного подхода, они встречаются, причем, знаете как, вначале его было много,
Ну, потому что только прошла советская эпоха, все историки прошли через формационный подход. По данным, по-моему, Михнюка, около 70% историков, это были историки КПСС, ну, выпускались, я имею в виду, в Беларуси, они все были с определенной методологией, определенным образом думали о реальности, и вот это вот прошло красной линией, причем формационный подход начал как бы меняться, он истончается, то есть уже напрямую никто не применяет эту методологию, вроде как уже неудобно, да, но он опознается тоже по языку. Например, историки все время пишут, были объективные факторы и были субъективные факторы. То есть вот есть ряд набор терминов, которые возвращают нас к той методологии, которую некоторые историки могут даже не осознавать, то есть они, почему они используют именно эти понятия. Ну и я хочу сказать, что чем, правда, интересен формационный подход? Ну, вы знаете, что советская марксистская историография претендовала на статус науки и размышляла в очень больших категориях. Да, в очень больших категориях. Так вот, есть историк Костюк, да? Ну, многие его знают, и историк Костюк единственный, который в 2000-х пытался дать системное, да, объяснение перестройки как кризиса социалистической формации, да, случившейся в странах Центральной, Восточной Европы, в том числе и на территории Советского Союза. То есть, что здесь любопытно, это судьба марксистского формационного подхода. Мы все его критиковали, да, во второй половине 80-х, начале 90-х, но самое интересное, даже при том, что это была такая идеологизированная вещь, тем не менее, те, кто еще как-то вот помнит об этом формационном подходе, по советской интеллектуальной привычке пытаются давать системное объяснение. Все остальные от этого уж отказались. И это как бы и плохо, и хорошо, потому что все-таки системные объяснения, они важны. Поэтому, когда я, например, читал тексты того же Костюка, где он пытался включить то, что происходило в Советском Союзе, в более широкий контекст, даже несмотря на архаику этих текстов, я понимал, что это просто интересно, потому что это задает большую перспективу. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть это позволяет нам смотреть на то, что происходило в Советском Союзе, не как на локальное событие, а как нечто большее, да? И это уже само по себе интересно. Следующий дискурс – это дискурс национального возрождения. Идея нации, она... Как бы о нации стали говорить в Советском Союзе, ну, говорили всегда на протяжении советской истории, так или иначе, появились деятели национального возрождения и так далее. Как описывается перестройка, ну, в рамках каждого дискурса перестройка описывается по-особенному. Если говорить о дискурсе национального возрождения, как там описывается перестройка? Во-первых, конечно же, утверждается неизбежность кризиса Советского Союза. Вот все историки, которые можно условно отнести к деятелям, а Голубев был непосредственно деятелем национального возрождения, они пишут, что система была нереформируема, ну, советская, она была нереформируема, а, между прочим, это один из центральных вопросов. Можно ли было реформировать Советский Союз? Стивен Коэн, известный советолог, когда-то написал статью о том, можно ли было реформировать СССР. Она была довольно скандальной, потому что на Советском Союзе все поставили крест. Но это интересный вопрос. Можно ли было эту систему реформировать? Многие говорят, нет, абсолютно вот нельзя. Ну, деятели, разделяющие дискурс национального возрождения, историки говорят, система была нереформируема. Дальше обратите внимание, как описываются события. Они описываются следующим образом. Были большевики, ну, в свое время, да, которые захватили власть в Беларуси и делали что-то с нами как нацией, да, и, соответственно, какие-то вещи, которые происходили, это, ну, как бы внешние вещи такие. Подсоветская Беларусь. И что еще интересно, дискурс национального возрождения, все события описываются с точки зрения нации, описываются определенным образом в колониальных терминах. Ну, вот, например, такая цитата. Советская белорусская держава все больше превращалась в полную марионетку Москвы. Ну, это если вот описывать предперестроечную эпоху. И что еще интересно, все описывается в рамках именно отношения к национальным чувствам. Например, когда случилась катастрофа в Чернобыле, ее описывали не как исследовали, не как
катастрофу там, по каким-то таким важным параметрам, ее описывали как то, что наносит катастрофу генофонда белорусской нации. Вот так. То есть имеется в виду, что все события осмысливаются через призму нации. Только через эту категорию мы описываем происходящее. Соответственно, в дискурсе национального возрождения есть свое зло и свое добро. Ну, добро – это, естественно, сами деятели национального возрождения, а зло – это большевики-коммунисты, которые все время мешали национальному возрождению. И, естественно, это тоже проявлялось, но вот эта вот дихотомия, да, она очень четко присутствует. И, что любопытно, как она появилась. Я, на самом деле, как бы подумал, когда вы вышли на РСС 1994-1995 годов, там еще не говорилось о том, что все общество было разделено на вот эти две части. Да? То есть есть сторонники национальной идеи, есть сторонники коммунистической идеи. Там немножко по-другому структурировалось. Там говорилось о том, что БНФ была ведущей партией, а партии все остальные делились, ну как и люди, видимо, по принципу за капитализм или все еще за социализм. В 96-м году вышла книжка, если вы помните, у нас была переведена книжка Янки Закрудника. «Беларусь на историчных скрыжеваниях». И там один из разделов назывался «Национальная интеллигенция супрать коммунистов». И как только этот раздел появился, возможно, да, повлияла книжка Закрудника, во всех последующих изданиях людей, которые вот пишут именно в рамках дискурса национального возрождения, стали писать, что страна поделилась на две плыни, национальную и коммунистичную, большевистскую, ну понимаете, да, то есть задавать такую структуру громадства, такую структуру общества, в рамках которой только два течения, два направления. То есть либо ты за нацию, условно говоря, вот в том варианте, который в то время был, да, как ее пропагандировали там лидеры, допустим, Белорусского народного фронта, национальной интеллигенции, либо ты против этого, соответственно, ты с кем? Ну там с большевиками, коммунистами и так далее. Ну и либо пишут, что все делилось вот именно так, на две части, но основная частка не вызначилась, да, и как-то так. То есть получается, что вот за рамками этого деления не видят других делений. Понимаете, то есть если мы, например, сегодня говорим о социальной картине перестройки, а вы знаете, для меня все время откровением было исследование устной истории Ирины Романовой и Ирины Маховской. Они исследовали восприятие перестройки в белорусской провинции. Так вот, ее там вообще не заметили. Ее там заметили после того, как в 91 году экономический кризис начался такой радикальный в связи с распадом СССР, и люди заметили перестройку. То есть речь идет о том, что, ну я, поскольку жил в Минске, да, ну и тут как бы был такой город, вы знаете, что 30% жителей Минска проголосовали за сохранение СССР, когда был референдум. Это слядомый город, да? Но при всем при том, вот потом я уже стал понимать, что восприятие в Минске или в разных социальных средах событий перестройки – это разные вещи, да? И то, как ее воспринимали, и, соответственно, как делилось общество. То есть вот что представляла из собой социальная картина перестройки, понятно, что не на только две. То есть это одна линия деления, одна линия разлома, да, то есть там отношение к Белорусскому народному фронту, к идее национального возрождения, к идее коммунизма, это одна линия. Но есть еще другие линии, которые в то время также были важны, и вот как бы неплохо было бы о них подумать. Потом еще такой интересный момент. Вот у Голубева, я не знаю, как к этому относиться, но вот такая вот эта фраза: «Минамиты с БНФ у той час одиной неофициозной политической организации связывали свои надеи на перебудову демократичного громадства Беларуси многие ее громадяне. Практично за БНФ тогда выступали у всех, кто был супец коммунистов, а дальше он интересно пишет, потому что иншей антикоммунистичной ладом силы просто не сновал». Ну, как бы, я не знаю, это такая фрейдовская, как называется, проговорка, да, когда невольно вы обозначаете, что за неимением другого было это, понимаете, да? То есть речь идет о том, для меня лично интерес сегодня, почему какие-то другие силы не оформились, да? То есть что тогда происходило? То есть если мы сегодня восстанавливаем политическую, интеллектуальную картину перестройки, почему мы видим, допустим, одну идею, которая оформилась, там в виде партии или еще чего-то, да? Почему мы не видим другие группы или другие идеи? Это и есть интересный вопрос. Потому что ответ на этот вопрос нам показывает потом, что происходило в
середине 90-х, понимаете, да, когда электоральная картина внезапно оказалась совершенно другой, чем она была там в 89-88 году и так далее. Вот еще один представитель, яркий представитель дискурса национального возрождения, очень люблю, правда, Захар Васильевич Шебека, «Нарыс. История Беларуси» 2003 года. Михаил Горбачев начал вынишать то, на чем трималась и командно-административную экономику. Мы бачим, что, ну, мы видим, что опять, да, идут определенные такие метафоры, которые достаточно сильно задают смыслы. Потом коммунистичные керамонисты по поводу Чернобыля на чале с Горбачевым осудили белорусский народ на радиационный геноцид. Ну, это очень сильное утверждение, согласитесь, да? И для того, чтобы эти утверждения были, может быть, не такими сильными, может быть, следует как-то немножко аккуратнее, да, об этих вещах говорить, ну, как мне кажется, по крайней мере. Возможно, вы будете возражать. Потом вот идея, о которой я вам говорил. Громадство поделилось на две розно-великие плыни. Советскую большую и национальную меньшую. То есть опять вот эта вот дихотомия, которая есть, она вроде бы все объясняет. И одновременно какие-то вещи, да, она не объясняет. И это как раз очень интересный момент, что объясняется, а что не объясняется. Следующий дискурс очень интересный. Дискурс коммунистической травмы. И Захар Васильевич Шебека, и другие историки связывали все, что было плохого в Беларуси, естественно, с коммунизмом. И вот как это описывается? Как, например, Захар Шебека описывает большевистскую спадщину? Беларусь отримала спадщину колгасно-совхозную систему, которая за все годы советской влады так и не накормила народ. В рыночных умовах большинство промысловых предприятий стало неконкурентоздольным. В этом тоже вина коммунистов. Жихары Беларуси были оторваны от сусветной культуры. Ну, ладно. У спадщины Беларусь отримала техничную отсталость. Отбывалась русификация. Навод накормлены Беларуси были всего 25 годов, 65 по 89, 73. И все же насуперок воле червоной Москвы беларусы заховали свою мову и свою территорию, демонстрируя же феномен самовыживания. Ну, круто, я хочу сказать, да, это очень интересно читается, понимаете, сегодня все это очень интересно читается, и на самом деле еще интересно, потому что я тоже не знаю, как об этом говорить, и поэтому очень интересно, что говорят другие, но вот какие-то вещи бросаются в глаза. И дискурс коммунистической травмы был сильно связан, естественно, с дискурсом национального возрождения, потому что новое национальное движение, которое у нас возникло, оно отталкивалось и критиковало, естественно, коммунистов-большевиков. Такой политолог Сергей Богдан исследовал тексты Зенона Поздняка, и он пришел к такому интересному выводу, что Поздняк противоречил сам себе. С одной стороны, он говорил, что Беларусь такая замечательная, лучшая республика Советского Союза по своему потенциалу. С другой стороны, он говорил, что коммунисты сволочи. И как бы непонятно, как одно сочеталось с другим. Да? То есть откуда возник этот потенциал и так далее. Но это проблема, которая до сих пор не разрешена. Проблема соотношения советского и национального, проблема советской модернизации Беларуси, да, ее оценки советского периода. Следующий дискурс – это уже противники, деятели национального отражения и бывшие историки КПСС. Их там очень много. Дискурс «Травма от расставания с коммунизмом». Самый знаменитый, да, но он уже ныне покойный, это историк Трещинок. Вы его знаете, это бывший преподаватель Александра Лукашенко в Могилевском институте. И смотрите, как интересна перестройка. Ну, кстати, вот возвращаясь к предыдущему дискурсу национального возрождения, хочу сказать следующее. В рамках дискурса национального возрождения главный смысл перестройки, главный смысл, это то, что она привела к национальному возрождению и независимости. То есть в каждом из дискурсов есть своя серия неизбежности. То есть вот перестройка нам важна только потому, что она привела к национальному возрождению и независимости. И мы исследуем только то, как именно это получилось. В других дискурсах другое. Вот как раз пример этого другого. Дискурс «Травмы от расставания с коммунизмом». Смотрите, как интерпретируется понятие. Застой, говорит Трещинок, это был расцвет Советской империи. А ее кризис относится только к периоду перестройки конца 80-х, начала 90-х годов. То есть Трещинок полностью переворачивает всю ту схему, которую даже в советскую эпоху как бы признавали, что у нас есть проблемы там, 70-х, 80-х, давайте попробуем реформироваться,
А Трещинов говорит, все случилось именно потому, что вы начали эту перестройку, да? Именно. А дальше еще один мой любимый историк Новик, да, вы его тоже все знаете. Миф о кризисном развитии и застойных явлениях в советской экономике, его пробегали инициаторы перестройки, чтобы народ поверил в ее безальтернативность. Утверждение о том, что СССР разваливался сам, а те, кто собрались в Белорусской пуще, только сделали надпись на могильной плите, это миф. Еще там были интересные выражения «три ренегата», «Ельцин», кто-то там еще, и так далее, перечисляет тех, кто развалил Советский Союз. В учебнике Новика, вот в этом, который я цитирую, есть совершенно потрясающая вещь. Развал Советского Союза, одна из версий, это заговор мировой закулисы. Дальше дается определение в сноске, что такое мировая закулиса. И дальше там описывается, да, вот этот вот процесс, конспирологический процесс того, как разваливали Советский Союз внешние силы. Это очень интересный момент. Еще одна книжка. Алекс Лука, «Национальная идея». Бессмысленная перестройка, искусственно придуманная последним руководителем КПСС, похоронила советскую страну, коммунистическую партию и стала завершающим позорным шагом в их политических и человеческих биографиях. Таких цитат, я повторяю, очень много. Понимаете, это разделы, в которых это описывается. Соответственно, если, например, вот вернуться, да, ну ладно, давайте немножко дальше. Есть еще дискурс идеологии белорусской государственности. Вот здесь, смотрите, как интересно все происходит. Тот же Трещинок пишет, когда развалился Советский Союз, горше всего было тем, кто еще сохранил веру и верность коммунистическим идеалам. Эти люди ощутили себя в пустоте среди равнодушия и цинизма, испытали унизительное чувство беспомощности, более тягостное, чем в страшные военные времена. То, что произошло, было катастрофой, крушением, но катастрофой неизбежной. И я задумался над очень интересным вопросом. Обратите внимание, в середине 2000-х, не в 90-е, не в середине 90-х, а именно в начале середины 2000-х, Трещинок получает поддержку, учебник Новика выходит гигантскими тиражами и так далее. Почему? Задал я себе этот вопрос. И тогда начали говорить о ресоветизации советской, белорусской историографии, то есть возвращении советских контекстов. Я подумал, почему? Ведь это очень интересный вопрос. Почему, допустим, не сразу в 96-м или не сразу в 98-м? Почему вот позже? У меня такая идея, она может быть просто ну, совершенно не коррелирует с реальностью, я просто ее хочу рассказать, вдруг у вас какие-то соображения. У меня мысль такая. То есть, допустим, есть предел политической ресоветизации Беларуси. В чем он заключается? Если мы все время говорим, что Советский Союз незаконно развалился, соответственно, следующий вывод, который мы должны сделать, все политические структуры, которые потом возникли, они тоже что? Незаконны. Поэтому мы не можем такое говорить. Поэтому мы говорим так. Распад СССР был ужасной катастрофой. Но это была неизбежная катастрофа. И сейчас, соответственно, те, кто пришли к власти, понимаете, о чем я говорю, да? Это те, кто вполне законно к ней пришли. Вы помните, долгое время в Госпрессе писали, что Александр Лукашенко был единственным, кто голосовал против распад СССР, хотя при этом, вы помните, участвовал же в оппозиционном движении там и так далее. Вот это очень интересный момент. Иначе говоря, этих историков, ну, как бы попользовали, да, их использовали. Каким образом? У них был дискурс травмы от расставания с коммунизмом. И одновременно они вписаны в государственную бюрократическую машину. И если исходить из теории связки власти и знания Фуко или там гегемонии Альтюсера, вы знаете, когда пришедшие к власти пытаются создать какую-то коалицию, включая интеллектуалов, то мы видим пример этой чудесной коалиции, оформившейся в идеологии белорусской государственности, и в том, как в этой идеологии инструментализировали в том числе распад Советского Союза. Когда перестройка описывается в дискурсе идеологии белорусской государственности, самое главное – это не национальная независимость, на самом деле это не самое главное.
Самое главное, это не распад СССР, хотя вы видите, как они об этом пишут, прямо с болью в сердце и так далее. А самое главное то, что после всех темных, страшных и кошмарных времен, наконец, что? Наступило новое, лучшее время, пришел новый культурный герой, который нас всех спас. И в этом смысле это очень интересный момент, как это описывается в учебниках, потому что постоянно, как раз я еще раз повторяю, перестройка в рамках этого дискурса идеологии братской государственности описывается как то, где главную роль сыграли самые плохие враги, это ДНР. То есть то, что происходило в середине 90-х, вся политическая борьба и начало 2000-х, пока, ну вы помните, устанавливался, пока шла консолидация политического режима, плюс отношения с Западом, все это задним числом описывается по отношению к перестройке. Соответственно, перестройка – это то, что инспирировано кем? Западом. Главные враги – это кто? Белорусский народный фронт и так далее. Я вам цитату приведу, чтобы вы тоже не скучали. Беларусь не лежит из Шигодзил. Я навуковое выдание. Вот еще интересно. Народофронтовцы выставляли себе ультраперебудовщиками, а соправные намеры утоивались. Меж тем БНР, дальше смотрите, какая картина, корыстающийся бессилием и заполоханностью керовником коммунистической партии, погрозами репрессий сбоку народофронтовцев, узмацнили шельмование КПСС, поставили пытание депортизации, национализации маемости партии, замороживание развлековых рахунков, створение структурки и провели выборы в новый парламент республики, а вот это вот вообще прекрасно, об опирающихся на подтасованные, а у многих и правдивые факты, життя керовников партии и державы, спрактикованный играющий на строях людей БНР потребовал судан КПСС. Сегодня особливо бачно, что громадяне Беларуси стали ахмярами БНР, у ягоны жесткой макеевой бороде за владу штаны поддались и ганебны. Понаслаждались немножко, да? Можно я вам следующую цитату покажу, да? Она очень интересная, почему? Смотрите. Чернобыльская катастрофа, 2008 год. Чернобыльская катастрофа углубила системный кризис экономики СССР, способствовала радикализации настроения в обществе, все правда. Свою роль отыграл специфический советский менталитет. Среди чернобыльцев, воспитанных в советском духе, доминировали потребительские настроения. Демонстрируя апатию и пессимизм, все свои надежды, одновременно ответственность за решение чернобыльских проблем, они возлагали на государство и главную политическую силу, в нем КПСС. Описывается ситуация 86-го года, но на самом деле, обратите внимание, 2008 год, как раз период, когда отменялись что? Социальные льготы чернобыльцам, то есть задним числом отмену льгот в наше время объяснили советским менталитетом чернобыльцев, которые, в общем-то, были ужасными эгоистами, да, вот именно их советский менталитет и потребительские отношения государства, да, все испортили. Ну, вот вернемся немножко к тому, о чем я перечислил. Тут можно очень долго перечислять. Смотрите. Значит, прежде чем выводы, да, еще к выводам перейду. Значит, я решил так, что во всех этих 25 изданиях есть определенные тексты. Текст. Автор этих текстов так или иначе зависит от системы убеждений, от дискурсов, которые, в общем-то, они там проповедуют, и приметы этого видны. Первый дискурс – это перестроечный дискурс, это термины, которые появились в саму эпоху перестройки, и до сих пор много мы пишем о перестройке, именно используя эти термины, никак их не контекстуализируя, тем самым не обнаруживая новые смыслы в событиях перестройки. Это понятно всем, да? Второй дискурс формационного подхода. До сих пор перестройку пытаются оценить, ну, памятуя, да, скажем так, о неких событиях, о неких структурах объяснения реальности, связанных с марксистской советской историографией. И перестройку, например, объясняют как там кризис производительных сил и производственных отношений и так далее. То есть то, что сегодня уже не работает. Но, тем не менее, как я сказал, люди, которые придерживаются формационного подхода, они пытаются дать большие системные объяснения перестройки, включить эти события в какую-то большую перспективу. Говорят там о кризисе социалистической формации и так далее. Дискурс национального возрождения. Тут
как бы тоже все понятно. Главный смысл перестройки – это то, что началось национально-культурное возрождение, что мы получили независимость. Это, кстати, важный момент. И также здесь общество разделено, да, как я сказал, на такие два течения. Те, кто были за национальную идею, и все коммунисты, остальные против, консервативные силы. Часто еще используется, помните, знаменитая Вандея перестройки. Это, кстати, тоже очень интересный момент. В Вандее перестройки, ну, типа, Беларусь консервативная страна с консервативным населением, но это консерватизм этого населения мы определяем сегодня на основании чего? На основании, то есть его определяли тогда по отношению к перестройке. Но мы сегодня можем вот это понятие консерватизма населения ведь совершенно, ну, по-другому интерпретировать, подумать все-таки о белорусском населении в категориях, было оно плохим, консервативным или добрым, хорошим, национальным, а попытаться объяснить причины, например, неприятия перестройки как таковой. Потому что причины неприятия многих вещей, в частности, социального расслоения там, и так далее, сейчас чуть позже об этом скажу, они, еще раз повторяю, были ключевыми для объяснения событий 1994 года, например, когда вот уже прошли там ряд реформ, и в конце концов случилась эта вот, как называют, электоральная революция 1994 года. Потом дискурс коммунистической травмы. Тут тоже понятно, мы все пострадали от коммунистов, соответственно, перестройка и распад Советского Союза, слава Богу, что это что случилось, и как бы весь смысл перестройки сводится исключительно к чему? Что развалился Советский Союз, так ему и надо, туда ему и дорога. Дискурс травмы от расставания с коммунизмом, здесь все сложнее по-другому. Очень жаль, что распался Советский Союз. Капитализм это, как там пишут, насилие, порнография там, да, и так далее. Это ужасные вещи. Вот именно прям так и пишут, я совершенно не преувеличиваю. И вот эта ностальгия, да, обратите внимание, она неоднородна. Ностальгирует по-разному. Тоже Трещинов в своих книжках, когда он шкодует, да, сожалеет о распаде Советского Союза, он говорит так, что каких вещей вообще не жалко, а вот идеи жалко, утопии жалко. Понимаете, да? То есть как вот эта ностальгическая память, она тоже имеет свою структуру, и она совершенно не включает в себя тоску по всему советскому. То есть даже вот эти вот одиозные историки, типа там Новика, Трещинка и так далее, они какие-то такие вносят элементы в эту повесть о советском, которая не позволяет нам их считать вот прямо уже полностью советскими, да? То есть уже у них тоже, они уже живут просто, почему? Может они советские, но они жили уже и живут в других что? Условиях, да? То есть они уже вынуждены считаться со временем, в котором они живут. И отсюда дискурс идеологии белорусской государственности, в рамках которого перестройка на самом деле вообще никакого значения не имеет. Потому что это самое страшное, что могло случиться, потому что государство ослабело. Понимаете? То есть, например, Чернобыльская катастрофа в ряде школьных учебников, я когда-то делал доклад на конференции о памяти о Чернобыле, ну, в середине 2000-х объяснялось самое страшное, что произошло, это, ну, не вот эта катастрофа, да, с людьми там, а ослабело государство, и именно поэтому случилась Чернобыльская авария. Понимаете? То есть, если бы государство было сильным, да, аварии бы не случилось. То есть как раз вот интересный момент, как в дискурсе идеологии белорусской государственности интерпретируются эти события сегодня. И этот дискурс появился, вырос из политической борьбы в 90-х и завершился, оформился окончательно в начале 2000-х. Причем по опросам, вот видите, я же вам говорил, когда приводил цитаты, что историки, даже вот эти вот официальные коммунистические настроенные говорили, развалился Союз, страх, заговор Запада, ужас, кошмар, но неизбежен. И хотя, например, Трещинок писал, что остановить распад Советского Союза можно было при помощи одной роты солдат, если бы была политическая воля, в Беловежской пуще. Так вот, даже они, да, свидетельствуют и говорят о том, что перестройка и все это время, то есть вот с 85 по 94, это время темные века, знаете, как говорят. Страшное время, когда государства не было, когда был просто кошмар. Все, что там не важно, именно потому, что слабым было что? Государство. Все остальное не важно. А вот потом появилось сильное государство.
Ну и к некоторым выводам я перейду уже, собственно, понимаю, что вы, наверное... Ну, первый вывод у меня такой. Все-таки вот мы поисследовали немножко эти учебники. Я для себя открыл какие-то вещи по поводу механизма производства исторического знания в Беларуси. И два понятия – историзация и идеологизация. То есть мы видим, что исторические тексты зависают между этими двумя понятиями. С одной стороны, мы видим историзацию, то есть попытки все-таки расширить источниковедческую базу. Я сейчас скажу пару моментов. Потому что, когда я первый раз пытался обсудить этот доклад, первый вопрос, который мы задали, на что? Ничего не меняется, что ли? Ужас какой-то. Ну, типа мракобесие, да? Но на самом деле меняется. Но вот эта идеологизация имеет разные степени и виды. И здесь, конечно, центральный момент – это проблема автономии исторической науки. Потому что вопрос, вернее, о том, как именно ангажированы историки. Понятно, да, о чем я говорю? То есть работают они... Самое интересное, что вот понятие поколения, оно не совсем работает. Потому что многие люди, то есть, например, вот Трещинок, там, Новик и так далее, и есть еще ряд людей, по идее, они должны как он, ну, понимаете, да, как Новик, еще они все должны писать. Ничего подобного. Они могут писать советским языком, то есть вот стилистически, но при этом они не такие идеологически вывернутые, да, как, допустим, их... товарищи, да, и это интересный момент, как вот эти вещи соотносятся, то есть это дополнительно, в общем-то, интересный момент. Ну и, например, вот пару примеров, да, что влияет на историков. Вот, например, Захаров Зишибека, да, прекрасный историк, но Ульрих Бек говорил так, что есть национальное мировоззрение, которое свойственно просто вот людям, а есть методологический национализм, это уже когда деятели науки исследуют что-то, исходя из того, что есть такие единицы, как нации. И я хочу сказать, что вначале у нас вообще все историки, очень многие, писали не с точки зрения методологического национализма, а с точки зрения именно национального мировоззрения. Они просто считали, что нация – это что? Совершенно такая естественная вещь, да, нам нужно об этом говорить, заботиться об этом. При этом не осмыслилось понятие нация. Откуда оно взялось, да? Что такое конструктивистские подходы к понятию нации и так далее. Сегодня мы видим все-таки уже больше пример чего? Методологического национализма. В каком смысле? Историки, ну да, мы знаем, что есть конструктивистские теории нации, и что нация – это современное явление, но мы все равно будем писать с точки зрения нации, потому что таким образом мы укрепляем нашу нацию. Ну понятно, о чем я говорю, да? Это вот такая вот интересная проблема. Историки могут быть ангажированы таким образом. То есть они могут разделять этот методологический национализм, и это тоже смысл определенным образом создает, да, при написании исследований. Исследований в том числе и по поводу перестройки. Ну, включенность в государственную науку и бюрократию. Новик очень активно включен был, вы знаете, да? То есть он, не знаю, он до сих пор ВАК возглавляет или членом ВАКа, кем он там был. Он заведующий кафедрой был ГУИР, ну, понимаете, да, то есть как бы он включен в такую вот номенклатуру, да, вот историков, да. Трещинок внезапно оказался включенным, тоже такой интересный момент, и так далее. И личные ценности биографической истории. То есть человек не обязательно может быть включен, да, в бюрократическую структуру, быть членом ВАКа, но он вырос в определенную эпоху, да. И для него важны определенные ценности. И он может быть ангажирован именно там. Да? То есть здесь уже мы не видим, как это все интерпеляция. То есть идеологического призыва мы не видим, но люди каким-то образом что-то делают, да, потому что ну, таковы какие-то ценности, которые они однажды усвоили, и это до сих пор работает. Потом вот вопрос, насколько советская является до сих пор наша историография? Да? Ну, во-первых, сохраняется все-таки некоторое влияние информационного подхода. Это 100%. И если не в прямых схемах, не в прямых схемах, то в косвенных вещах, и чуть позже сейчас я скажу, в чем именно, и что еще советского осталось, вот советская модель истории как идеология на службе у государства. Если погуглить, например, интервью Новика, он дал, периодически дает интервью СМИ, он там и говорит, что да, так и есть, мы так и работаем. Он совершенно этого не отрицает. Потом... как бы, как можно исследовать перестройку? Во-первых, может быть, да,
необходим временный отказ от нарративной структуры. Понимаете, да? Мы берем текст, нам говорит, напишите о перестройке, мы пишем. В 85-м году к власти пришел Горбачев. Потом ускорение, потом развалился Советский Союз. Ну и что случилось? Развалился. Весь смысл в том, что развалился Советский Союз. Понимаете, да? То есть рассказ, который мы, нарратив, который мы создаем, или он может быть под влиянием дискурса национального возрождения, или коммунистической травмы, или еще чего-то. Но вот выстраивается такая серия причинностей и неизбежностей, которая из перестройки делает какой-то один смысл. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот мы прочитаем все вот эти, если вы прочитаете 25 изданий, то в большинстве из них вы увидите немного разных смыслов перестройки, а какой-то очень конкретный ее смысл, которому вообще все подчинено, все изложение. Поэтому возможно, да, как говорят об этом те, кто вот пишут о том, что мы все там нарративщики, да, что с этим делать, так вот, может быть, возможно, какая-то серия исследований отдельных феноменов. Например, там феномен гласности отдельно изучить, экономическую историю перестройки отдельно. Отдельно изучить, например, как зарождалось именно там национальное движение. То есть, возможно, какие-то микронарративы создать, потом это все что? Собирать, чтобы картина, она не подчинялась только тому, в чем смысл перестройки? Распался Советский Союз. Ну, господи, это же очевидно, как бы, хотя тоже, да? Ну, и поэтому я хочу сказать, что это один из способов. Потом, ну вот какие, смотрите, какие у нас определения из перестройки. Вы еще можете меня послушать немножко? Нормально еще? Значит, определение перестройки. Костюк, например, пишет, это вторая оттепель. То есть вот тоже, понимаете, вот никто не пишет, а он пишет. То есть он проводит аналогии с советской либерализацией после смерти кого? Сталина. И в этом есть как бы тоже, ну, какой-то смысл, потому что вначале-то хотели тоже, как тогда, тут ослабить, тут там что-то там это разрешить там и так далее, а чуть что проконтролируем. И схемы примерно такие же. С интеллигенцией встречаемся, да, там партийный руководитель, там и так далее, беседуем, к народу идем. Ну, потом модернизация советской системы, модернизационный срыв. Слово модернизация в начале 2000-х появилось, теория модернизации. Ну, перевели книжки там, да, и понеслось. То есть, как бы, вот теперь все объясняют при помощи чего? Модернизация, хотя сама теория модернизации, вы знаете, там очень много критики по поводу того, что есть западная версия, ну, модернизации, теория модернизации появилась в 50-60-е годы на Западе. Потом их применяют к незападным странам, но оказывается, что они не очень что? Ну, применяются. Например, постоянно какая проблема возникает? Если применять то, что там случилось в Беларуси, то мы все время отстаем. Ну, у нас не случилось. И в связи с этим возникает вопрос, Советский Союз – это модерная страна, модерное общество или нет? Ну, понимаете, да? То есть, если у нас не было того, что было вот в этой современности западной, соответственно, кто мы такие? Просто жили вместе с ними рядом в одно время? Или все-таки мы тоже модерное общество, но другой вариант модерности? Ну, понятно, да? Да, то есть там куча всяких вариантов. Потом вот это еще загадочное определение, это проявление системной трансформации. Вот это вот любимое определение Новик, это реставрация капитализма. У него такая версия, я сейчас, если быстренько найду. Не, я, это, знаете, все, это настолько оригинально, что, смотрите, он говорит так. Международный капитализм и антисоциалистические силы внутри СССР сделали третью попытку отстранить КПСС от власти и восстановить капитализм. Первая попытка это 17-20 год, когда после Октябрьской революции, помните там, да? Как в советских, как в советских историях, западная интервенция там против большевиков. Вторая попытка 41-44. Именно 41-44. Не 39-й, ну я не знаю, но вот так у них. То есть это вот Великая Отечественная война, причем именно на территории Восточной, не знаю, как, чего и где. Это вторая попытка была восстановить капитализм, а третья это перестройка, и получилось наконец. Поэтому перестройка это реставрация капитализма. Потом вот это вот, очень мне тоже нравится, начало глубоких преобразований. Ну, на самом деле, да. Как мы можем еще исследовать перестройку? Вот какие существующие стереотипы? Например, смотрите, я говорил о влиянии формационного подхода. Так вот, экономический детерминизм – это важнейшая проблема. Почему?
Почему произошла перестройка? Потому что экономические темпы развития Советского Союза уменьшились. Почему перестройка провалилась? Потому что начался экономический кризис. Все понятно вроде бы, да? Но, смотрите, у нас тоже был в 2011 году кризис. Помните, там протесты молчаливые же там в Минске было. Вопрос же не в том, что есть экономический кризис, а вопрос в том, как его воспринимают и через какую систему ценностей. То есть люди могут видеть экономический кризис, но они могут адаптироваться к нему, понимаете, да? Воспринять его в каких-то категориях других. То есть экономический кризис не ведет немедленно к политическому протесту. Это как бы аксиома социальной истории, уже как бы давно всем понятно. И тут интересный вопрос. Почему экономические проблемы в Советском Союзе были? Причем сами историки вот в этих 25 изданиях, Новик говорит, не было экономических проблем. А некоторые пишут следующее. Ну, некоторые пишут так. В 95-й год, 96-й выходит книжка «Экономическая история Беларуси». Тоже, может, многие ее знают, там «Нархоз» лучше, да, как он сейчас называется, университет чего-то там, не знаю. Так там вообще потрясающая фраза. Конечно, в конце 80-х экономическое положение было не очень, но по сравнению с тем, что сейчас, понимаете? То есть я к тому, что вот эти вот современный взгляд на прошлое, он задает какую-то перспективу. И если мы говорим о экономическом детерминизме, какие, например, стороны перестройки мало исследованы в этом вопросе? Ну, я просто один пример приведу, да? Например, как партийную собственность начали присваивать? Как начали формироваться капиталы еще в позднесоветском СССР? В шестом томе «Истории Беларуси» буквально 1,5-2 странички о том, как при партийных структурах возникают коммерческие структуры в Беларуси. То есть вот непонятно и обрывается информация, ничего больше не знаю. Потом социальное расслоение. Что мы об этом знаем? Социальное расслоение в каком смысле? Как пишут сейчас? Цены увеличились, положение ухудшилось. Все протестуют. Но мне, например, совершенно непонятно, кто-то же участвовал в протестах, а кто-то же что? Не участвовал там, как, у каких-то групп вообще ресурсов не было для протеста. Кто-то, наоборот, были ресурсы, но они все равно участвовали в каких-либо протестах. Понимаете? То есть вот если сегодня восстанавливать вот эту картину социальных и экономических изменений, мы не можем использовать эту прямую схему, экономически детерминистскую схему. Ну понятно, да? Это как один такой пример, который я хотел привести. Потом генезис национального движения. Национального дискурса. Как определяли понятие нации? Как относились к этому понятию нации? Было исследование Андрея Сачи из политической сферы, где у него там уже три концепции, как минимум, того, как в позднесоветском обществе в Беларуси воспринимали идею нации. Понимаете? То есть само понятие уже неоднородно для разных было социальных групп. Соответственно, отношение к нему неоднородно и так далее. То есть это очень интересный момент. Потом вот эта схема раздела участников событий на коммунистов, большевиков, националистов, я считаю, что она слишком проста, да, однозначно, и она не объясняет потом картины перемен. Она что нам говорит? Ну, она может объяснить в каком-то смысле, почему, например, там БНР потерпел там поражение там, на выборах и так далее и тому подобное. Ну и то. Но я просто хочу сказать, что, как сейчас историки говорят, давайте дадим голос угнетенным. Я хочу сказать, что есть огромное количество людей в Беларуси, которые не имеют никакого голоса. В шестом томе «Истории Беларуси» написано, глаз наступил, демократизация, все группы начали выражать свои мнения. Скажите, пожалуйста, у кого был доступ к СМИ, к публичным выступлениям, ко всему остальному? Во многом перестройка была проектом интеллигенции. Ну, согласитесь. Да? И, например, Миронович, который как бы к белорусскому контексту, ну, сбоку немножко, да, вы знаете, Евгений Миронович, он пишет так, что проблема была в том, что политической жизни никакой не было, поэтому действовали элиты. Ну, говорили от имени всех. Ну, понятно, да, о чем я говорю? То есть артикулировали как бы... Но элиты артикулировали что? Они артикулировали свое мнение, которое они считали каким? Естественно, всеобщим. Что пишет Янка Знапрудник в своей книжке? И сейчас, кстати, это начало по социальным сетям мелькать. Деятелями национального возрождения были дети партийной аристократии. Золотая молодежь советская. Ну, он пишет, пытается описать некоторых деятелей.
То есть имеется в виду, что был еще какой-то социальный феномен. Недавно был конференция политической сферы, там круглый стол, выступал Минсук Вечерка и другие, Сергей Дубовец и так далее. И как раз я пытался задать вопрос о том, например, насколько советское на них повлияло тогда, вот как считаете, насколько вы советскими были? Они говорят, ну нет, мы были не советскими, но мы знали, что такое советское, это нам помогало сражаться с советским. Но я думаю, например, что это очень интересный вопрос, потому что один из ключевых, насколько советскими были те, кто протестовал против советского. Откуда они брали вот этот интеллектуальный потенциал для того, чтобы противостоять советскому? Ну, это на самом деле очень интересный момент, в каких категориях они размышляли, да? Это тоже многое могло бы объяснить. Потом, то, что я назвал маскулинная история перестройки. Да? Сейчас скажу, что это значит. Ну, столько много всего, что для этого. В общем, смысл какой был? В одной из книг описано, какие люди, сейчас я найду, какие люди получили известность во время перестройки. Приводятся исключительно мужские фамилии. На фотографиях митингов мы видим огромное количество кого? Женщин. Женщины с повязками, там типа про Чернобыль, да? Женщины с транспарантами. Где? Где, например, женская история? Потому что если ухудшается экономическое положение, как мы тут выяснили, кто занимается домохозяйством, да, часто? Ну, это просто интересный вопрос, да, вот социальная история перестройки через призму кого и чего, через призму истории повседневности, если мы рассматриваем, да, то это, вот, пожалуйста, вот еще гендерное измерение происходящего, которое тоже важно. Ну и все, но на самом деле я много чего не сказал, если вы мне еще позволите, еще 3 минуты буквально. Хорошо? Конечно. Я просто хотел сказать, меняется ли что-то у нас. Ну, в историографии. Меняется. Вот эти вот обобщающие труды, то есть все остальные учебники, они, понимаете, они не серийные. Ну, как бы, знаете, вот выпускает институт истории, человек выпустил, потом переиздался и так далее. А институт истории все-таки учреждение, которое как бы вот стоит на месте, соответственно, то, что оно там выпускает, даже если автор меняется, это показывает, что что-то меняется. Значит, что поменялось? Если, например, на России «История Беларуси», просто как пример, это книга, в которой еще люди в шоке от перемен. Там даже перестройка не выделена в отдельный период. Там знаете, как раздел называется? «Тяжкий шлях радикальных первотворений». То есть имеется в виду, что началось и до сих пор что? Не закончилось. Вот на момент выхода 94-95, то есть это летопись переходного периода. Там слово «перестройка» редко встречается. То есть оно вот там. Понимаете, вот как... То есть мы еще вообще не поняли, что происходит. Конечно, позже, 2008 год, ну, книга, да, вот, «Нарос. История там, белорусской державности», уже время выделено. Уже началось то, что называют нормализацией. Понимаете, да, уже начали думать, как нам это концептуализировать. И в последней книжке, это вот двухтомник «История белорусской державности», что там интересно? Пробуют контекстуализировать советские термины, советскую терминологию. Например, описывают критически концепцию развитого социализма. Не пишут «застой». Ну, понимаете, о чем я, да? То есть вот перед перестройкой они пишут «застой», пишут «вот была концепция, она была такая-такая, она была еще там какой-то сякой». Дальше, опять вот экономический детерминизм, естественно, присутствует. Много источников всяких возится. И что интересно, пишут, например, о том, что внутри коммунистического руководства не все были вот такие коммунисты-коммунисты, а были те, кто разделяли национальные идеи и так далее. То есть уже пытаются сегментировать вот эти противостояния, вот эти схемы, да, которые сложились, уже пытаются каким-то образом сегментировать. Я просто, ну, сейчас... Ну, как бы не в состоянии все это рассказать, но я из этого просто буду делать там какой-то материал. Я попытаюсь прописать, что же именно еще поменялось, потому что у меня главная задача была, чтобы вот изложить вот эту схему анализа, да, насколько она полезна или нет, может быть, с вами обсудить, чтобы вы тоже какие-то замечания внесли. Поэтому я хочу сказать, что сегодня перестройка – это время, о котором мы до сих пор не имеем одной точки зрения, и слава Богу. Но при этом те точки зрения, которые и мы имеем, они еще немножко застряли между идеологизацией и историзацией.
И когда мы говорим о перестройке, мы имеем картину политических механизмов перестройки, описанную слегка, то есть мы имеем перестройку сверху, мы не имеем локальных историй перестройки, что происходило в городах Беларуси, кроме Минска. Понимаете? То есть город, например, Ткачев, помните, действовал, да? То есть были какие-то культурные объединения и прочее. То есть вот много всяких вещей, которые... Понимаете, да? То есть, и вот эта вот региональная история, восприятие перестройки в провинции, в городах, она не описана. Потом социальная картина перестройки, она не дифференцирована. В основном пишут народ, трудящиеся, ну понимаете, да, вот все пострадали. Потом, опять же, существует множество еще вещей, которые не позволяют нам сегодня иметь вот такой комплексный анализ перестройки. Все, наверное, спасибо большое. Извините, если там слишком долго, может быть, да? Вот, все, дякую. Да, может, вопросы, наверное, по крайней мере, надеюсь. Да. Алексей, а як наконт побачення перабудови у школьних подручниках? Я пам'ятаю, я застав той час, коли ми вучилися, подручники змінялися, але тим не менш, скажімо так, на 97-2000 год так, у подручниках ще заховувалася ось ця національна схема тлумачення перабудови. И раньше заполнилось. То есть была такая серая подручников, таких ось, такой вот серой покладцы, так, там, 7, 8, 9, 10 класс, и она пришла на смену вот в этом бело-червоно-белым подручникам, так, але там еще не было вот такого выразного дрейфа в бок того, что потом стало называться идеологией белорусской державы. Державы. Ось, чому пеше и их не задействовать вот таким достаточным? Ну, во-первых, уже какие-то элементы этого исследования сделаны только не мной, в каком смысле, Татьяна Островская, да. И как раз вот перед тем, как ехать сюда, я заглянул в ее исследование в очередной раз, потому что, в принципе, туда периодически заглядываю. Она там разделила, если вы помните, школьные подручники, издания школьных учебников на три периода. Первый – это вот 94-95, ну, до, да, вот эти вот белые, красно-белые, условно говоря. Потом еще одна смена произошла, а потом уже смена 2000-х, когда уже идеология русского государства. Но именно по перестройке, именно вот в этом среднем периоде, до 2000-х, уже в том числе говорится о том, что это была катастрофа Советского Союза, ослабление государства и так далее. Но еще нет идеологии русского государства, то есть еще как бы непонятно, как одно с другим будет сочетаться. Вот в третьих учебниках, в третьей серии уже об этом больше говорится. То есть стоит ли мне еще их брать, да? Ну, я не знаю, может быть, да, но я могу сказать одно. Например, может быть, да, но, например, школьные учебники Новик писал. То есть я к тому, что я могу посмотреть еще и то, что он там писал, потому что тут, знаете, что любопытно? Тут любопытно то, что школьные учебники, несмотря на как бы тотальный контроль, который у нас есть на систему образования, они как-то мягче немножко, чуть-чуть. Мне так кажется, хотя учебник Новикова, он резко выделяется на фоне всего остального. Учебник Трещенко, да. 11 класс, ну, вот последний, который. Мне цитата, по-моему, из Трещенко или Новика. Мне кто-то написал оттуда, с запада. Слушай, а это правда или нет? В том смысле, что в учебнике было написано, что мы до сих пор не знаем, кто же убил людей под Катынью. И это правда, там это написано. И не только. Да, там много всяких вещей очень интересно. Понимаете, ну возможно, я еще подумаю над вопросом, потому что, в принципе, школьных учебников не так уж и много было, именно по этому периоду это можно посмотреть. Ну, может быть, просто это будет разный срез. Ну, я еще такое питание отразу. Ну, в принципе, за опошних 20-25 годов и историки, и антропологи на Западе справды пропоновали вельми шмат розных схемов. Вот, например, книжка Стивена Коткина «Позбегнутый Армагеддон», «Армагеддон», «Армагеддон», «Возгретая», так, вот книга, там
скажем так, есть пэўная схема. Тая ж книга Юрчака, с этой цитатой Макаревичевской. Все было навсегда, пока не закончилось. Я книга «Forever» и «Поздно умов». Зараз, здається, перекладеная, да, на русскую мову. Есть и больше-менее свежие книги, кшталту монографии Нэнси Рыс. И она доследует, как вот этот дискурс перебудовы функционировал на уровне советских кухонь интеллигенции. Ну, на повседневные разговоры. Повседневные мовы. И недавно еще была презентация книжки Карла Сигмана «Перестройки». В 2015 году, это вот свежая книга издательства НЛО, она описывала вот эти все неформальные клубы перестройки, которые были в России существовали. Никак не могу еще получить эту книжку, мне кажется, это тоже очень интересно. А вопрос какой, Александр? Ну, власно кажучи, у нас уже есть выбор певных схем, так? И, скажем так, антропологи, они не ставят вот таких вот жорстких рамок, так? Яны даруць тое, як людзі арганізуюць свой вопыт, культурна арганізуюць яго. І у таго ж Юрчака, скажам так, ну там няма вось гэтай жорсткай структурацыі, там нацыянальнае адраджэнне, там, умоўна кажучы, Расіі, так, там, альбо там нейкай такой эмансіпацыі. Просто ёсць пэўнае даследаванне вось гэтых наратываў познесавецкіх і перабудовы. Ось без этого, скажем так, жесткого перехода, там, 85-й, там, так, 91-й. Не зрешты, мне подается, что с большего у этого накерунку треба рухаться, не глядя на отражение у всех этих, так званых, великих нарративов, там, на Фергюсон, так, зеленых цивилизаций, да, вот, отражение вот этого великого, так званого, наратива. Ось. Мне, например, самому было бы комфортнее лучше у такой методологии. Вот я пропоную Цушахер, Дубчак. Ну, я поясню, на самом деле у меня была задача исследовать не саму перестройку, а как они говорят. И в этом смысле я думаю, что в какой-то степени задача выполнена, потому что исследуют как бы то, как они не пишут с точки зрения перестройки снизу. Ее до сих пор описывают в рамках вот этих вот больших категорий, потому что для того, чтобы описывать перестройку снизу, надо очень много работать, условно говоря. Да, да, в том числе делать устные интервью и так далее. Мне кажется, за этим как раз будущее. Моя задача была следующая. Я прочитал вот эти все издания, да, порядка этих 25 изданий, и я попытался понять, как сами историки структурируют свой взгляд на те события. Да? Вот у меня такая схема родилась. И я как бы, как мне кажется, в какой-то степени, ну, возможно, отразил, да, какой-то ход, да, потому что моя задача была показать, что в рамках тех схем, которые сейчас сложились, мы о перестройке вроде бы что-то знаем, а на самом деле что? Много чего не знаем. И плюс, что самое интересное и самое важное, никто из историков не описывает методологию, при помощи которой они работают с перестройкой. То есть никто не пишет, что я попытаюсь описать историю перестройки вот именно так, потому что у меня есть набор таких-то исторических идей, теорий и концепций. Все начинают писать. В 85 году было это. В таком-то году было то. Ну, понятно, о чем я говорю, да? И я еще хочу сказать, что как бы это и есть такая центральная проблема. И если говорить вот обо всех тех трудах, которые вы ссылались, кроме российских и, может быть, еще пары украинских авторов, во всех этих работах, вот, которые я проанализировал, никаких ссылок на внешнюю литературу не имеется. Есть только ссылки, еще повторяю, на российских авторов и украинцев. Некоторых, да. Ну, это, я так разумею, тлумашится у нас таким поворотом, такую некую тубычность, так у нас тут раздаются заклики как раз таки отмовляться от всех этой внешней виды, да, с чужой. Тому это, по-моему, уменьшает наши шансы на критичное и некое стороннее сенсование перебудовы. И все ж таки я не маю рации. Ну, многие исследователи писали о том, что происходит такая локализация науки. Ну, то есть, как бы мы открылись там в начале 90-х, потом стало понятно, что мы с трудом вписываемся в этот международный академический рынок. В этом есть определенные сложности, и поэтому решили
Ну и ладно. И в какой-то степени давайте уже по-своему рассуждать, да? Ну, я считаю, что это большая проблема, потому что даже учитывая как бы отдельность нашего контекста, да, все равно понятно, вот из того, что ты сказал, что если на протяжении уже стольких лет мы до сих пор используем категории, которые тогда появились, и никак их не контекстуализируем, соответственно, есть проблема методологии. А если мы не изобретаем эту методологию сами и не берем ее ниоткуда, значит ее как таковой что? Ну, как бы и нет, получается, да? То есть мы, ну, имплицитно она присутствует, потому что я же говорю, объясняют, например, все при помощи там экономики, да? Или еще каких-то вещей. То есть понятно, откуда растут корни этих объяснений. Но я бы заразумела, что это да. За ту бывшую методологию. Ну да, это очень интересный вопрос. Я могу дальше додать крыху от себя. Для меня той пиры, поскольку я тогда был маленький, ходил, что называется, пехотой да, под стол, вот. Это был период з'явления великой колькости колеров. По всю душу. От белых стягов на советской улице, от там, розных шестел, яких особливо памятую шмат было у летку 90-го года, до розных каляровых лоукал, якія привозили там, не знаю, з Китаю, з Польши. Ось. І якраз таки з'явлення кольору. Там не шери, там, ні червоний, ні зелений, а ось стало значно більш кольором. Просто. Ось. Це подобно там, нечим на некоторые такі описання, да, ось там подорожжя з одного там, з полночі там, на полдень, да, там написують. Полночь там некілька кольорів, полдень там шмат кольорів, шмат кольорість, шмат стайність. Ось рашуче ось таке відчування цього періоду. Це різнокольоровість. Ну, мне, например, я запомнил слова Дмитрия Водильникова, поэта российского, который недавно там прочитал текст, как он воспринимал начало 90-х. Он сказал, это было два понятия, свобода и тревога. То есть, с одной стороны, мы как бы, да, чего-то освобождались, с другой стороны, была тревога, и для меня, например, запомнили события путча, да, потому что это были события, когда соседи начали выходить на лестничные площадки и разговаривать, а что там такое. Что дальше это будет? Я это запомнил, потому что это было неожиданно, понимаете, да? То есть такая необычная практика, люди вдруг... ну и плюс, конечно, много-много вещей, да? И, конечно, если бы описывать это не на индивидуальном уровне, а вообще, я думаю, многим было бы интересно. Смотрите, мои респонденты, такими разговариваю, я скажу, что мы живем при советской системе. Бог, ну, я не зауважила, что это год, два года тому назад установили, были собраны. Ну, конечно, мы живем сейчас в советской стране. Ну, с одного боку, это правда, что сельский совет, там, городский совет. Да, то есть институты, да, функционируют. Ну, да, да. А они, конечно, не так это тлумачиваются, а то, что для них Советский Совет не развалился. И еще для меня было открытием то, что вельми часто, когда задавали там питание про перебудову, яны менавіта вось гэты жаночы складнік узгадвалі. То бок яны ўзгадвалі Гарбачова, але кажуць, гэта не Гарбачова, гэта яго жонка, Райка. Усё зрабіла Райка. То бок, ну, якби так. Таму што случай Раісы Максімовны быў экстрэмальным, таму што гэта быў пример такой эмансіпіраванай жанчыны, которая хорошо одевалась, путешествовала, она была инициативна, и это как бы было не совсем стандартно. Да, это вызывало такое... Это вызывало аллергию и идиосинкразию. Да, это очень интересный пример. Вы знаете, что есть сайт «В итоге нет». «В итоге нет», да, как он правильно называется, где представлен в том числе визуальный материал второй половины 80-х, начало 90-х. Посмотрите, там фотографии митингов там, и всех соответствующих событий. Огромное количество женщин. Ну, это, я думаю, что проблема у всех фотографий была бы среди женщин. Да. Я во-первых, хотел показать великую подяку, что доехали все-таки. И судовый просто материал. Разумею, что тем могло быть значно больше, выбрали одну, тема фантастичная и уже актуальна. И столько ж разных эмоций, шмат хочется сразу показать, там, а не их структурировать по пунктам. Ну, во-первых, как историк. Справа в том, что то, что мы называем перебудовой, давайте двухкосье возьмем, пункт углядывания нарративы у нас тут не доследовали. Я скажу сейчас про архив. То есть это фактично мы все
тракті нашій, для кого тою, що фотологічно ніяк не представлено. Чому насамперед не відомо, що ми говоримо? По подіях, по особах, по ніяких там фактах. І тому це, хоча й за все, поборник конкуренції інтерпретації. Коли ви кажете там, про методологію, це зрозуміло, але ми зараз інтерпретуємо те, чому так і не відомо. Архіви зачинені, і з цього, як би, все треба починати. Це ось як історія. Коли знову ж до своїх узгадок, ніяких емоцій, область Негранда, які для мене якось як раз висобління перебудови, тому що я почав своє знайомство, навіть ходні з цих і шмат моїх сябров, колегів, які це дуже добре пам'ятають, іменно емоційне відчування ось конструкції історії. Ну, зараз це можемо начні називати, ось ці перші зустрічі, де ось вкатки були про ВКЛ і так далі, і дуже моцно відбилися. Так само шмат кольорів, а чому це навіть кольори, не власне, кольори, а ніякі ось такі почуття, пахи і так далі, насамперед зробилося дуже цікаво, але і напевно, страшно. З власного досвіду, ми кажемо про менавіта написання. Тобто локальний досвід городній перебудови достатково великий. Я не пробував в цій праці, розумію, тому що не було такої мети. Ну ось знову ж пошлюся на господар Корабля, який одним з перших зробив своє якби, такое, ось, описання досвіду походу. Дуже цікаво і наративно. Напевно, господар Гавер, який покинув, знову ж, я не кажу про Казанов, Морський Розум і так далі, ось, це знову локальне озеро. І мені, наприклад, було дуже цікаво поглядіти на перебудову вахни радянських поетів. Олеся Чобота і Бічай Загнєтова, які дуже лаконічно, але дуже познавально набривали шмат яких образів з 80-х, початку 90-х. Просто така синтенція, знову, в умовах відсутності фактів. Ну і як вже не перебільшує, тому що шмат чого можна сказати, невеличкі такі ось з особистого досвіду, як писалася частка про перебудову у подручнику «Роднознавства». Коли стало питання, хто буде писати, ніхто не хотів писати. Категорично. Ну, моє було особисте враження, тому що це було страшенно. Тому що не думаю, як до цього подійти. Коли зрозуміло, як писати про історію, коли всі померли, то як писати про історію, коли всі живі, то це, власне, кажуть, що ніхто не вірив. Знову ж, проблема з інтерпретацією. І в виніку так і сталося, що ми подручнику «Роднознавства» отримали інтерпретацію з інтерпретацією. Тому що кінцевий варіант, на мене навіть той остаточний подручник, він ще прийшов через руки редактору, людей, які роздавали здимки, які підписувалися по здимкам. Отрималася фантастична річ. Я тільки один приклад проведу, як це було зрозуміло. Там шмат, знову ж таки. Коли ви будете глядіти цей параграф, то побачите там такий здимок, фотоздимок, хто і як голосував у Верховному Совєті під час питання про незалежність. Ну, ось йом є в цьому подручнику, хоча знову ж буцем подручник про локальну історію. Ось дуже цікава історія, тому що цей здимок ось нам згадували. Так, про цих фільмах, про критики, умовно так скажемо. Ну, питання зовсім зрозуміло, чому це здимок? Бо прогородня, тут раптом такого. І там ось цікаве було тлумачення. Ну як? Дуже просто, тому що на цьому здимку є прозвище депутатів, і ось серед депутатів є прозвище нашого депутата Городенського, це, власне, Маркевич. Ось ми змістили, це... Після... Ні. Перед літерою М йде літера Л. І так отрималося, що разом з нашим депутатом там ще попав той депутат, який пізніше став президентом. І, власне, цей здимок показує, що сьогоднішній діючий президент під час голосування відсутнічав в залі. І ось це було інтерпретовано, як, власне, ось такі схова. І я допускаю, що, вероятно, так воно і було, що ось той, хто побачив цей здимок, ось це побачив. Інтерпретація в тим, що, окремі власного Лукашенка, в той момент у залі відсутнішав Маркевич. Тобто, коли це подумати, як власне кажучи, підстави для того, щоб змістити цей здимок, то знову можна зробити дуже невероятне.
Родня не удельничала у вызначения незалежности, у вас пока ни за что не отказывает. Так что еще все интерпретации не выкористали. Дякую, Великий. Я хотел бы потлумачить то, что коли прохлебался к этой удали, да, там, ну, вуголь про локальный досвід там мало что было. Наприклад, у шостому томі «Історії Білорусі», згадний, яка видавалася у 2011 році, він вижив, якраз перелічаються локальні клуби і рухи, які утворилися тягом перебудови і ДАЕМ, там починаючи з майстерні, коли ви пам'ятаєте, да, ще там на початку 80-х годів і так далі. І цей досвід, це правда, вже некілька описано, наприклад, там Дубовець книжки об майстерні видавав, і не тільки. Але чомусь у гэтых абагульняючых працах ёсць толькі назвы, ну і некаторая статыстыка агульная, але вот некай спецыфікі, да, і таго, што гэта адзначала, напрыклад, для мясцовага рэгіёна, там чаму менавіта такое аб'яднанне з'явілася і гэтак далей, там аб гэтым нічога не гаворыцца. Таму вот тое, што я пабачыў, проста калі чытаў гэта ўсё. Ну, Гародня уже наратую існує, принавсі... Нет, так это добре, так это добре, потому что я там это, ну, не бачу в этих працах, да? Коли есть такие працы, ну, саправды, я просто, коли вас зараз слухал, я подумал, что такое гістеріографія, перебудова. Покольки нет особных прац, таким чином я повинен проглядеть, мабуть, усю, что написали историки на локальном уровне, я не веду. Я брал некоторые подручники, выходили, например, у Витебску, да, альбо нечто иншее, але там в основном нового, там нормально ничего не было. Ну и еще, напомню, на прошлое, возможно, это на свой особистый досвід, трошки контужимы в добром сенсе учебы в Варшавском университете, где нам все равно что-то пропоновывали поглядеть, ну, с пункту гляжного конспирологии. Вот праца Станішкіса. І ось гэта дискурсу тут нема, на тое, што, маўляў, вся перабудова была спроектавана як своєсабліва перазагрузка КДБ, ну, ці там розными її адгалераннями. Ось ён наогул не ўпісываецца, але я думаю, допускаю пранамсі, што ў свой час гэты ракурс яшчэ з'явіць. А, іще один момент, гэта так. Вельмі цікава, ось тое, што вы казалі пра спасаць далей. Ось яшчэ адзін цікавы момант, гэта параўнаць з тым, тое, што зараз вельмі хутенька, па-хуткаму, як у пясочніцы, робіцца гігіеном. Ось гэта фантастычна. Таму што Тарчанок, напрыклад, так, ось ён так тлумачыў, што гэта была катастрофа, але гэта, тым не менш, неяк выкарыстоўвалася, каб легалізацыя сённяшняй сітуацыі. Але я глядзеў перадачу гігіена, где перебудова полностью скрывалась, без всяких, а питание, которое у меня было до Гигина, что он там робит? Вот такое чувание, что он себя позиционирует, как пшибышин с нетрего свято. Пусть раптом зробилась перебудова, и тут прилетел Гигин. Но он с этим никакого отношения не имеет. Тому цікаво, что с этого отрывается, потому что ну, такой подход дозволяет науку у всех. Перекрыжевать, кто за двух разом. Ну, дякую, Великий. Дякую. Я просто запомню, потому что на кон конспирологии это вельми интересная зауага. Але ж, коли почитать на вот такого конспиролога, как Новик, выдатного, то там в основном просовывается идея об тем, что это все сделал Захад при допомозе вот этих самых объединений, у тем лику локальных и БНФ. Так что это одна конспирологичная теория, якая там просто прогляджується. Ну, здаючи, пробачте, що перебиваю. Конспірологія на самій справі тлумачення цієї посткомуністичної трансформації, вона, до речі, проникла значно далі за книгу Станішкіс. Наприклад, антропологічної монографії, присвячені тому, що було там транзитом, так, трансформації, там можна знайти. У той же Кэтрин Гердери, у її книзі про социализм, вот с чем был социализм, что настало после его, там она, вот эти шутки, и то, что ее казали ее румынские собеседники, про то, что румынская спецслужба секуритатная, так, и она рыхтовалась до вот того, что отбылось в 89-м году, в полном серьезе. Рыхтовалась, вот, и капитал, скажем так, пролашивала вот, ресурсы, тому на полном серьезе. Конспирологии и сумели в рамках этих тлумачений.
может быть, волевым усилием воли, волей объявляю мероприятие завершенное.